Настя, вот у меня, знаешь, первый вопрос я задаю третий или четвертый раз подряд, я уже даже не помню какой раз. Это у нас дебютные такие выпуски программы, и у нее нет названия. Программа о женщинах, в основном, естественно, для женщин. Вот как бы ты ее назвал? А мы потом конкурсную такую комиссию объявим, несколько будет претендентов, кандидатов, в том числе и ты. Формат ты поняла? Никакой работы, никакой политики, только семья, дом, увлечения. Ну. Вот формат я поняла, с названием, наверное, сложнее, но, скорее всего, наверное, я бы не упоминала, сказала так от обратного, в названии «Слабый пол». Ага. Потому что, не знаю, почему-то, уже интересно. Да, почему-то вот эта формулировка, она меня всегда, не, наверное, не с той точки зрения, что какой-то эмансипации, да, что женщина считает себя сильным полом, а просто, наверное, это что-то такое бездушевное, какое-то вот это понятие пол, поэтому, наверное, что-то такое, вся правда о нас, а о нас там можно поставить многоточие и уже как бы зритель сделает выводы, о ком пойдет речь. Вся правда о нас. Да. О нас. Ну, о нас, или что-то в этом роде. Наверное, так. Это, наверное, первое, что пришло на ум. Ну, вот такое рабочее название, может быть, которое мы с вами обсуждали про слабый пол, вот я бы не взяла. Понял. Ну, да, начнем давай с самого раннего детства. Какое у тебя было детство? Что ты помнишь, самые такие искренние, добрые, светлые воспоминания? Может быть, нет. Может, тебя папа обижал, или мама, или бабушка. Нет, меня никто не обижал, я росла в полной семье и, слава богу, продолжаю расти. То есть родители живы? Да, живы родители. Я считаю, что я очень богатый человек в этом плане, потому что у меня живы родители, у меня живы не только родители, но и бабушки, дедушка. Дедушке у меня 97 лет. Ничего себе. Да, он ветеран войны Великой Отечественной. И, что самое интересное, человек с активной жизненной позицией. Человек, который в 92 года освоил интернет, является активным пользователем. Иногда, к сожалению, в силу специфики своей работы, я сожалею о том, что он освоил интернет, потому что некоторые новости я бы от него, скажем так, ну, не утаила. Утаила бы, да, особенно комментарии к этим новостям. Потому что, ну, не все люди, мы знаем, хорошие язычки имеют. Вот. Поэтому, конечно, когда такой тыл, я честно скажу, я, наверное, такой человек, который, ну, в силу, может быть, загруженности или в силу воспитания не имею частого общения с своими родственниками. То есть, ну, имеется в виду с теми родственниками, с которыми я не живу. Но все мои бабушки, дедушки все здесь, все в городе, все жители городские. Поэтому, конечно, по мере возможности, ну, по крайней мере, по каким-то событиям, по каким-то датам, я всегда приезжаю и всегда рада их навестить. Сам факт того, что они живы, сам факт того, что они активны, и активны как бы во всех отношениях, и в физическом, и в духовном плане, это очень большая поддержка для любого человека, независимо от того, сколько бы лет не было. Мне даже страшно спросить, ты, наверное, избалованная росла вообще напрочь? Нет. Это, или, я все, скажу, или в какой-то строгости такой, патриархальной? Ну, у меня достаточно строгая мама. Строгая в плане, наверное, дисциплинированности и чувства справедливости, вот чувства такого внутреннего стержня очень сильное. Я бы не сказала, что мама была, мама есть, как бы и в детстве относилась ко мне строго в плане взаимоотношений с друзьями, с одноклассниками. То есть, в принципе, так скажем, такая вот подростковая дозволенность, которая в пределах вот дается, то есть излишних каких-то запретов не было. Но между тем вот этот внутренний стержень и внутреннюю какую-то силу я чувствовала всегда. И все мои вот даже одноклассницы, с кем мы до сих пор общаемся, они всегда говорят, Оль Константиновна, человек очень строгий. Ну, хотя мне так не казалось. А избалованной нет. Избалованной, я думаю, что нет, потому что, ну, ребенок является избалованным когда? Ну, наверное, избалованным вниманием, вот какой-то любовью, это, наверное, нормально. То есть, если любовь человеку и дана для того, чтобы ее открывать, ее показывать. А то, что касается каких-то моментов благосостояния, они были, как во всех советских семьях. Взросление мое, да, происходило в 90-е годы, поэтому, ну, сами понимаете, в принципе, как везде. Обычная хрущевка, обычные, как бы, родители, обычные бюджетники. Поэтому здесь каких-то таких
наверное, особых. Самые теплые воспоминания о школе у тебя какие? Об одноклассниках, учителях? Вот. Какая школа? Школа номер 20. Кстати, в этом году школа у нас отмечает юбилей, 80-летие. Вы знаете, вот я вспоминаю, почему-то я недавно с ужасом подумала, что это был 60-летний юбилей, а сейчас он уже 80-летний будет, когда я была 10-классницей. И вы знаете, наверное, самые почему-то яркие впечатления – это как раз 10-11 класс. Вот я думаю, что все ребята, которые меня сейчас вот увидят на экране, они, я очень надеюсь, вспомнят именно вот эти два замечательных года, когда у нас перемешалось из трех классов, у нас стало два, сформировалось всего два выпускных класса, было 49 человек. И вот это, наверное, такая самая, ну, яркая пора. Вот яркая пора в школьной биографии. Потому что, наверное, как-то до этого была вот все что-то вот учеба, а 10-11 класс это такой... Я вот даже этого не испытала, наверное, в студенчестве. Вот это какое-то... Единение. Единение. У нас даже было в классе, в 10 классе такая интересная произошла ситуация. И наш классный руководитель, глядя на всех нас, весна, любовь, все эти взаимоотношения, сказал, ну у вас какой-то любовный психоз. Что сделали мы? Мы подумали, ну раз у нас любовный психоз, а давайте-ка это запечатлим. И мы нарисовали, взяли просто лист бумаги А4 формата. Почему-то начали с меня, в середине нарисовали меня, мою имя, фамилию. И от меня пустили стрелочку, скажем, какой мальчик нравится мне и какому мальчику нравлюсь я. Ну, стрелочек получилось почему-то много. Почему-то я в этом нисколько не сомневался. Да, и пошли контакты. То есть, кому нравится. И вот там получилась такая паутина, вы знаете, очень такая интересная. Вот это и являлось любовным психозом. То есть, все относились друг к другу очень тепло, очень теплые взаимоотношения. Конечно, закончили 11 класс, разлетелись кто куда, безусловно. И каюсь, вот знаете, я почему-то это как личную какую-то свою тоже ощущаю, ну, такую боль. Мы ни разу не встречались с одноклассниками. Да, то есть полным составом ни разу не встречались. Есть у нас... Полным составом вряд ли удастся. Да вы даже, знаете, большим, так скажем, составом не встречались. То есть у нас есть такой костяк моих, скажем, подружек, с которыми мы можем, ну, тоже достаточно редко встретиться, и вот, к сожалению, все. Ну, вот воспоминания такие. А вот давай перейдем теперь к твоему семейному альбому и начнем, наверное, все-таки вот с бабушек, дедушек, они у тебя наверняка здесь запечатлены, да? Вот этот легендарный дед, которому 97 да, лет. Да, сейчас мы его деда. Да, и который пользуется интернетом. Да, постараемся сейчас найти. Да, вот, кстати, он. Дедушка. Это вот мои бабушка и дедушка со стороны... Дедушки уже нет живых, это со стороны мамы. Бабушка жива, слава богу. А это не ты у них? Нет, это у них мой сын. А, понятно. Да. Это получается правнук, да. Дедушка, который освоил интернет, вот он. Это тоже, получается, он с правнуком. Да. Да. Ну, как бы, вот, это жизнь. Вот эта первая любовь, о которой ты вот так вскользь сказала, да, она вот сказалась как-то на тебе, на твоем духовном становлении в дальнейшем? Или у тебя такой вот прям вот такой серьезной первой любви не было, из-за которой там всякие происходят? Наверное, нет. Наверное, нет. У меня, ну, во-первых, та даже не любовь, а те вот взаимоотношения, которые царили в школе, они были основаны прежде всего на дружбе, на такой очень сильной дружбе, взаимопомощи, взаимоподдержке между независимо как бы от того, мальчик или девочка. То есть вот эти взаимоотношения, они были очень сильные. И, наверное, для меня вот эти отношения, они были такие более важные. Но, конечно, легкие чувства какой-то эйфории, флирта, они были. Выделить конкретно какие-то отношения, такие вот юношеские, наверное, юношеские, нет. Конечно. Да, ну это все было поверхностно. Вот сейчас как бы я это оцениваю так. А когда вот пришла настоящая первая любовь, ты об этом можешь рассказать? В каком возрасте, ну так, например, где это произошло и как это вообще случилось? Ну, знакомство, искорка пробежала, молния ударила. Вы знаете, все, наверное, отношения, которые были, какими бы они ни были, продолжительными или не очень, они были разными. Вот отношений каких-то повторяющихся не было, и люди, с которыми мы были, да. Ну, в школе, когда я училась в школе, я встречалась, ну, скажем, вот первые, знаете, вот вы сейчас затронули, наверное, первые чувства, такие, когда ты понимаешь, что ты
девочка, и что ты, тебя как бы цепляет то, что противоположный пол на тебя обращает внимание, наверное, были вот еще как бы совсем, так скажем, в таком возрасте. В пятом классе. Нет, не в пятом, конечно, в классе, наверное, в седьмом-восьмом. Но причем это было не в классе, это было во дворе. Я жила на улице Геологической, вот там, где сейчас построено здание новостройка, да, вот перед нашим домом на Геологической 21. Двор был достаточно большой, не такой, как сейчас, все, что там осталось. И вот мы играли там все время, у нас была любимая игра, либо цепи кованой, либо перекати поле. А в игре перекати поле там же бежишь, то есть тебя там называют, ты убегаешь, и в какой-то момент ты осознаешь, что за тобой бежит кто-то. И вот за мной побежал мальчик, Саша, он жил на выше меня этажом, я на третьем или четвертом, он был старше меня на 2 года. Он побежал и в какой-то момент, ну, как бы схватил меня. И вот тут, вот это вот был первый раз в жизни, когда я вот поняла, что есть, наверное, вот какие-то различия, да, такие. И действительно люди вот созданы для того, чтобы между ними возникали какие-то вот такие взаимоотношения, не похожие на отношения просто, между, допустим, подружками. Между подружками, да. Ну, а любовь, наверное, настоящая, она пришла только со встречи супруга будущего, потому что, конечно, это уже были отношения, хоть они вот сейчас их, когда смотришь с высоты прожитых лет, это были отношения тоже юношеские, но отношения, любые отношения, им придаешь оценку, наверное, только тогда, когда они перерастают в какую-то стабильность, то есть когда они становятся, уже преломляются на какие-то жизненные моменты, в дальнейшем там на бытовые моменты. Вот я отношусь к этому так. То есть было без разницы, замужем ты или не замужем. Главное, чтобы вот какая-то стабильность или все-таки вот этот шаг, женский шаг, который обязательно надо выйти замуж. Вот. Нет, естественно, у меня где-то в подсознании, в воспитании, как у любой девочки, сидела мысль о том, что, конечно, я должна выйти замуж. Самоцели, тем более каких-то, ну, возрастных моментов, то есть в каком возрасте должно это произойти, такого не было. Мы с мужем встречались, с будущим мужем встречались как бы не год и даже не два. То есть это практически вся моя студенческая жизнь. Мы познакомились, когда я училась на первом курсе, вышла замуж я на пятом курсе. То есть вот это понимание, что нужно учиться, оно у меня сидело очень как бы четко. И не то, что я даже, я в принципе не воспринимала, что мне может, например, брак помешать или еще что-то. Но я, наверное, как-то полагала, что студенческая жизнь, она достаточно богата на эмоции. Я не имею в виду в плане отношений, а в плане то, как ты можешь реализоваться. И я думаю, что я сделала правильный выбор вот в плане того, что я, ну, грубо говоря, не выскочила замуж на первом курсе. То есть все студенческие вечеринки, веселуха, вся эта студенческая, да, они мимо прошли? Нет. Или вы оба с будущим мужем в этом во всем участвовали? Ну, как-то это, вот знаете, сейчас очень сложно представить, как-то это все было в таком синтезе, как у меня, в принципе, и студенческие вечеринки были, и студенческие весны были, и были вот параллельно как бы отношения, которые, ну, которым я придавала какое-то, наверное, особое значение, то есть я их не мешала с тем, что происходило в студенческой жизни. Ну, вот как-то так. А и когда у вас дети, я знаю, что у тебя 2 детей. Да, ну, дети появились уже, да, как бы позже, то есть я уже работала, то есть я вышла замуж в 2004 году, Кирилл у нас появился в 2006. Училась ты здесь в МГУ, да? То есть, да, я училась здесь, в Бурятском государственном. Да, мне здесь как бы особо и похвастаться, наверное, ничего сильно интересного рассказать такого нет, потому что родилась, училась я здесь и в высшем учебном заведении. Я действительно домашний ребенок, я никогда не жила в общежитии, я вышла замуж, это буквально было как вот по всем нормам морали и этики. То есть я вышла замуж, вышла из квартиры, я никогда не жила до этого с мужчиной, ну, имеется в виду, никакие квартиры не снимала, не жила в общежитиях и так далее. Вышла замуж, говорится, взяли, фату подняли и пошли. У тебя сейчас ребенок, старший сын, я так понимаю, да, он в таком возрасте находится, 11 лет, да? Да. Как вот ты выстраиваешь отношения именно с сыном? Потому что, ну, с дочкой там более-менее понятно, да? Дочка, мама там... Да.
Вы правы, воспитать сына – это достаточно, ну, сложное такое мероприятие, я считаю. И для меня в том числе, потому что, во-первых, я достаточно требовательный человек. Это тоже то воспитание советское. Да, конечно. Воспитание в семье, оно, безусловно, накладывает отпечаток на воспитание, мое отношение к детям, мое воспитание. И не всегда, возможно, это правильный выбор, потому что я максималист. Я имею такой, не знаю, порог это или просто качество, это синдром отличника. Я закончила школу с медалью, при том, что у меня практически за все 10 лет не было четверок в аттестате, в табелях и так далее. Я в ВУЗе, проучившись 5 лет, закончила с красным дипломом факультет по специальности юриспруденция. При этом за 5 лет у меня нет ни одной четверки. То есть ни по одному предмету, ни по одному экзамену. Конечно, на первом курсе это были старания, дальше тоже был азарт. То есть, ну как, ну доучиться до третьего, а потом уже до четвертого курса. Ну что я не могу сдать, что я не могу поднапрячься. То есть вот такой, в таком стиле я жила всегда. И, конечно, в процессе, в отношении, скажем, учебы моего ребенка я накладываю те же требования. Может быть, это не всегда правильно, потому что меня даже и мама моя ругает, ты не расти, как бы ботаника, это мальчик, во-первых. Во-вторых, Кирилл, он... Я все-таки думаю, он имеет более яркое и интересное мышление, что тоже немаловажно. То есть ребенок может быть даже не обязательно, особенно мальчику, быть именно отличником. Важнее, как он себя проявляет на олимпиадах, в каких-то нестандартных ситуациях и так далее. Спортом занимается? Футболист. Причем спортом мы не занимаемся, спортом, футболом мы болеем. Болеем мы очень... Старались. Да. Не только так скажем, с физической его части в плане тренировок, игр на улице и так далее. Мы интересуемся, естественно, историей, личной жизнью футболистов, их одеждой, что, кстати, знаешь, такое дорогое удовольствие. Знаешь, кто любимый футболист у твоего сына? Месси. Молодец, мама. Ну ладно, от сына перейдем плавно к дочери. Дочь. Алиночка, 5 лет. Дочь это, конечно... Лапочка с бантиком. Да, рыженькая, кудрявенькая, солнышко. Конечно, это мамин ребенок. То есть это ребенок, который... Ну, всегда... Алина, она всегда вот хочет нравиться. Она хочет быть такой вот... А женщина чтобы меня, растет. Да, конечно. И нравится мне, чтобы вот именно радовать, быть вот такой как бы полезной, нужной. Конечно, девочка есть девочка. Разница, при том, что воспитываешь детей одинаково, конечно, очень большая. Но старший оберегает наверняка младшую, да, заботится как-то. Да, он очень ее оберегает, и он очень... Вот вы знаете, я вот сейчас говорила о том, что как я отношусь к воспитанию, я сейчас уже и в нем вижу вот эти воспитательные моменты. Например, вот у нас с Алине 5 лет, и мы планируем, как бы ей будет в феврале 6, мы планируем, чтобы она в школу пошла, ну, получается, в 6,5 лет. То есть, ну, чуть раньше, да, чтобы как бы год не посидеть. Ну, такие есть планы, поэтому сейчас мы вот уже пошли в подготовительную Хотите школу. Побыстрее ребенка лишить детства, да? Мама говорит так же. Ну, пока этот вопрос на обсуждение. Тем не менее, мы пошли в подготовительную школу, и Кирилл очень озаботился этим. То есть он так внимательно следит за тем, как идет процесс подготовки, потому что он для него очень важно, чтобы она все-таки училась хорошо, чтобы она себя умела проявить, показать. То есть ребенок даже в 11 лет, уже будучи старшим братом, он неосознанно, он это понимает, он к этому стремится. Меня это радует. А как вы дома семейные обязанности делите? Кто мусор выносит? Ну, мусор выносят все. Вас четверо, да? Как вам сказать? Даже здесь ничего такого интересного-то нет. Мы как-то на этот счет обычно не заморачиваем. Ну, готовлю только я практически. То есть, об этом речь чуть попозже. Да. По поводу, ну, мусор выносят все. Ну, до мусоропровода дойти недалеко. А, ну, да, в этом смысле, конечно. Да. Вам проще. Вот теперь, как проводит семья Кузовлевой выходные дни? Каникулы, какие-то свободное время. Вот что вы делаете все вместе? Есть какие-то общие интересы? Вот у родителей и детей? Такого прямо, как, наверное, знаете, вот хобби или чего-то такого
прям совсем общего, наверное, нет. За исключением, мы очень любим, ну, конечно, путешествовать, как и все, наверное. То есть при этом речь не идет обязательно там о загранице или о каких-то таких вещах. Есть друзья, которые живут на Байкале. Ездим к ним зимой, летом, независимо. Супруг любит рыбачить. Ну, рыбачит как бы не профессионально, но очень это дело любит. Поэтому вот в прошлом году буквально освоили, я, по крайней мере, первый раз увидела, что такое зимняя рыбалка, сидеть вот возле лунки, то есть реально пробурить, да, и вот это сидеть. А вы знаете, захватывает. Да, я хотя, знаю, да, один раз попробовал. Причем на катакиле, никогда бы не подумала, столько было много о нем сказано, но полностью весь лед усыпан людьми, поэтому вот такие вещи. Мы очень любим, я очень люблю баню. Поэтому все, кто приглашают в гости, друзья, у кого есть, в основном у меня все друзья живут в частных домах, и у всех есть баня, мы с удовольствием всегда съездим. А так, конечно, такие, сейчас все преломляется через детей, то есть мы, естественно, живем свободное время их интересами, потому что дочка занимается танцами, сын занимается футболом, это тренировки, это разъезды. То есть, конечно, не так много свободного времени, поэтому выходные дни. Сейчас вот началась воскресная школа, поэтому, конечно, очень много времени уделяем этому. Ну и, естественно, есть желания и такие минутки, которые хочется посвятить только себе. А вот такие минутки, я только хотел спросить, они вообще выпадают? Выпадают. Иногда? Я, наверное, такой человек, который, ну, это, наверное, не эгоизм, это просто какая-то желание необходимость. Побыть одной, конечно. Желание побыть одной. Я очень люблю читать. И вот я, знаете, готовилась к передаче, думаю, вы, может, вдруг меня спросите, что я последнее прочитала, я вам не скажу. Спрашиваю. Да, ну вот я вам, наверное, не смогу ответить, потому что сейчас я читаю, стараюсь читать и литературу, ну и о личностном росте. Простые даже женские журналы Дело почитать. Да, в том числе. Читаю какие-то, ну, может быть, такие моменты, Вадим Зеланд, там, какие-то психоаналитика и так далее. Вообще люблю, конечно, художественную литературу, но, к сожалению, как-то вот все-таки есть проблема со временем, может быть, с организацией времени, потому что так, чтобы сесть и почитать, вот прямо. И, к сожалению, очень много времени съедает наши современные технологии, телефон, интернет, потому что реально, я так вижу, наступает какая-то всеобщая зависимость, потому что прежде чем взять, открыть книжку, ты обязательно посмотришь новости, полистаешь в телефоне, а посмотришь уже на это. А отключить все? Ну, здесь видите, еще как бы издержки профессии, вот, и так все это одно на другое накладывается. А вообще, да, такие вот минутки свободные, побыть одной, сходить в какой-нибудь там салон красоты, я очень это люблю, ну, женские штучки, что поделаешь. Поэтому, да, я к этому отношусь очень так, люблю побыть. Настя, как удается сохранить такую прекрасную физическую форму? Ну, я могу конкретно сказать фигуру, да, и все остальное, спасибо. Лицо, фигура. Это какая-то специальная есть, или у тебя это тоже природа заложена, как у многих женщин? Ну, не у многих, но есть такие женщины. Как-то, наверное, сложно говорить о себе. Естественно, приходится следить за собой, но я бы сказала, не приходится, это надо любить делать. Просто женщине свойственно, то есть женщины, которые относятся к этому, вообще никак не относятся. То есть они делают, они привыкли там вечером, допустим, там умыться и как бы лечь спать, и считают нормально. Есть женщины, которые любят за собой ухаживать. Просто кто-то любит ухаживать за собой избыточно, понимая фанатично. Под ухаживание фанатично, наращивание всевозможного всего, ногтей, волос, ресницы и так далее. Я к этому отношусь спокойно. Я считаю, что женщина должна выглядеть естественно, но красиво, стильно и быть, самое главное, подтянутой в плане тела, да, веса и так далее. Ну, то, что касается фигуры, это, естественно, ну, правильное питание. И что касается физических тренировок, здесь сложнее. Как-то все получается вот периодами. Имею небольшие проблемы со спиной, поэтому вот с тренировками, да. Настя, вот что бы ты могла посоветовать девушкам, девочкам, которые вступают во взрослую жизнь, вот, заканчивают там школу, да, либо определяются с выбором профессии, что бы ты им посоветовала, как им построить свою жизнь так, чтобы вот каждый день радовал, ну не каждый, хотя бы большая половина, я их радовала.
Я бы, знаете, может быть, это необычно звучит, я бы, наверное, давая какие-то советы, обратилась бы к родителям вот этих самых девочек. Я считаю, что все-таки современные дети, они, даже если это ребенок-выпускник, например, школы, и пусть даже высшего учебного заведения, они еще не готовы. То есть при всеобщей акселерации, про которую мы говорим, тем не менее, дети остаются детьми, и вот это внешнее взросление, взрослость. Да, взрослость, которую сейчас мы видим на детях, на девочках, на мальчиках, она, к сожалению, в голове не всегда дает. Поэтому вот здесь, наверное, не навязывая, но родители должны свое слово сказать. Сегодня при какой-то искаженности, наверное, понятии выбор, проблема выбора профессии существует у детей. То есть если родители не направят, не дадут какой-то, не дадут стимул, не дадут направления или не покажут плюсы-минусы, я вот почему-то не уверена, что ребенок может сам определиться. И вот если я обращусь сейчас, допустим, к девочкам, к 11-классницам, я не думаю, что они меня поймут и услышат, потому что все равно это маленько как бы разные языки. Наверное, надо иметь какую-то идею, но опять же, без фанатизма. Вот я в 9 классе, я не помню, какой я фильм смотрела, но что-то было связано, тогда не было такого количества фильм про милицию, полицию и так далее. Но это был вот какой-то фильм, сериал, и там я увидела впервые что такое профессия адвоката. И вот тогда меня это очень зацепило, и тогда у меня родилась... Один Андрей Соколов в главной роли. Вот вам даже не скажу, мне кажется, была женщина. И тогда я решила, что я хочу стать юристом. Я не сразу поступила, ну, имеется в виду, подала документы на несколько факультетов, но вот поступила на юридический факультет, слава богу. При этом я поступила параллельно на филологический, но я хотела именно сюда. Не с первой попытки, но со второй я поступила. Вот, наверное, если ты выбрал именно то, что, по крайней мере, ты, естественно, ребенок в этом возрасте еще не понимает, надо это или не надо, но он этого хотел и он добился, хотя бы, допустим, вот он поступил, он уже будет идти по, ну, в этом направлении. Давать детям, конечно, надо и ошибаться, и делать, то есть я считаю вполне нормально, если ребенок, например, доучился до определенного курса, понял, что это не его. Такая история вот произошла с моим супругом. То есть он доучился, он тоже учился на юридическом факультете, но в другом вузе. Он доучился до окончания, но как бы ни дня не работал по профессии и понял, что компьютерная технология – это его. То есть вынужден уже был стать фактически самоучкой. То есть давать возможность изменить что-то в своей жизни, но пробовать и идти, самое главное, вот с каким-то внутренним стержнем. Настя, спасибо большое за беседу. Всего тебе самого-самого доброго. Спасибо.